Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре для любителей заработка без вложений и любителей криптомонет Букс, старый добрый, CryptoWin. Значит, не знаю, сколько, друзья, он работает, но очень долго. Произошли обновления в Буксе и появился серфинг. Значит, можно работать. Ну, я сюда в последнее время как бы захожу, только вывожу монеты. Так как серфинга не было, а у меня заработок на пакетах. Вот, а так он без вложений. На балансе у меня 3393 биткоин сатоши. Сегодня буду выводить в режиме онлайн и переводить монеты. И также покажу вам серфинг. Но это домашняя страничка, это пакеты, это серфинг. Заработок биткоин. Ну, как всегда, есть экран. Офервал. Ну, а это для рекламы. Также обратите внимание, здесь два баланса. Баланс на вывод, вот этот вот розовый такой. И пуш-баланс для покупок. И вот у меня уже здесь вот сама крайняя, вот это выведено 39 762 биткоин сатоши. А депонировала я сюда 20 тысяч. Так что я уже здесь как бы в плюсе, в большом. Я свой уже, как бы, свой депозит уже давно-давно вернула. Так, ну давайте серфинга один посмотрим. Остальное потом и просмотрю. Здесь по 2 сатоши дают. Значит, 2, 4, 6, 6, 12. 14, 16, 18, 20 биткоин-сатошиков как бы можно на серфинге. Но здесь все по 10 секунд. Кликаем. Нажимаем вот на Go. Нас перебрасывает. Можно вернуться. Все это быстро, все не тянет. И что у нас? Разгадываем легкую капчу. Упс, что-то не того. Ну ладно. Возвращаемся. Все. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Все стало бледным. Далее, что еще? Я хочу прикупить пакетов. Все это я делаю уже из заработанных монет. Так что я сюда ничего не это самое не депонирую. Работаю абсолютно без вложений, друзья. Значит, вот такая как бы обмен. Минимум 100 монет. Кликаем. Так, минимум. Что-то не того. Значит, подождите. Это я хочу показать все в режиме онлайн. Значит, переводим мы на русский. Значит, так, ошибка, недостаточно баланса при покупке новых акций. Теперь есть два отдельных баланса. И читаем. И что? Так, купить акции. И что нужно сделать? Нужно вот это обменять. Так. Я хочу обменять 3000 на, чтобы прикупить вот эти акции. Так, прямой вывод средств. Это 9 мая. Так.
Баланс основной и баланс покупки. Вот, здравствуйте, мы получили 1 000 000. Вот так, значит, 2 баланса. Баланс для основного счета для снятия средств и баланс покупок. Если вы хотите купить акции, так, создать рекламную кампанию, туда будет ваш баланс покупок. Вы можете перевести с основного баланса на баланс покупок, просто зайдя на депозит. Ага, перевести с основного баланса на баланс покупок. Это мне нужно зайти. Да. Я уже смотрела. На депозит. И где мой депозит? Так. Вот сюда надо, на домашнюю страничку идти. И вот депозит. Я иду на депозит. Значит, и вот с моим баланса на баланс покупок. Кликаю. И я сюда сумму ввожу. Это я стираю. Ставлю 1, 2, 3. И перевожу 3000 монет. Я перевела, видите, зелененьким загорелась. Теперь я иду и прикуплю 3 акции. Так, все. Всего у меня 15 акций. Пью. Все, я прикупила. Зелененьким сгорелось. 3 акции. Все замечательно. Я вам показала, как. Но проект Букс абсолютно без вложений. Это я здесь уже так давно работаю и вывожу, и покупаю. Так что имейте в виду. Никому ни к чему не призываю. Ну, не знаю. Сегодня у нас 12 число. Попробуйте вывести. Так. Значит, что у нас здесь? Минимум фаусет пэй 300 сатоши. Минималка на вывод. А на прямой кошелек 20 тысяч. У меня 395 биткоин сатошиков. Возобновили вывод или нет, как мы видели в новостях от 9 мая, что вывод приостановлен. Сейчас попробуем вывести. Все. Отправлено зелененьким. Видим, да, загорелось. Сейчас перейдем на Faucet Pay. Сейчас я обновить надо. Угу. Как видим, баланс мой стал по нулям. Так. Переходим на Faucet Pay. И сейчас тоже обновим страничку и посмотрим. Сейчас страничка обновится. Опускаемся ниже. До 1000 биткоин сатошиков платит инстантом. Пожалуйста, CryptoWin.io 395 биткоин сатошиков 12 мая. Платит инстантом, все шикарно. И также я недавно писала видео по новому буксу Coins Farmers. Также он аналогичный, но сюда я ничего не депонировала. Здесь я просто на просмотре сайтов зарабатываю. У меня на балансе 150 сатош. Также я выведу. Все там зелененьким загорелось. Сейчас перейдем. Так, вот на Faucet Pay.
Также я перезагружу страничку. Также все должен платить инстантом. Да, смотрите. Coin. Coins Farm или Фермерс. 150 биткоин сатошиков. 12 мая. Все шикарно, все платит. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!